Государственных наград удостоены представители сфер журналистики, культуры и искусства. Соответствующий указ подписал сегодня президент Александр Лукашенко. Орденом Франциска Скорины награжден директор национального представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов. Медали Франциска Скорины удостоена заведующий отделом политических обозревателей главной дирекции агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Ольга Макей. Почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присвоено артисту эстрады Александру Солодухе. Также благодарности президента Беларуси удостоены ряд журналистов.